меня есть слово. I was standing over there and I felt that I had a word. Я стоял вот там в стороне и почувствовал, есть слово. And it's twofold. И это слово, как бы двойное, как бы имеет две стороны. One, there was a, I felt the Lord said, I am drawing two people unto me. Бог говорит, я... Two people groups. Две группы людей я привожу себе. And I said to them, the Lord said to them, give me what you have. И Господь говорит, скажи им, чтобы они отдали, что имеют. And I will see what I will do with it, says the Lord. И Бог говорит, я посмотрю, что я могу с этим сделать, то, что они дадут. There was one people who had very much. They were very successful. Есть люди, которые очень успешны, имеют много. They had a lot of talent and a lot of money. У них много талантов, есть очень много что дать. They were strong in the gifts of the Spirit. Они одарованы в дарах своих духовных. And they had spoken to a wide audience. И они говорили большой аудитории. The other people said, "We don't have anything." А другие говорят, мы ничего не имеем. We're broke. Мы разбиты. We don't even know what our spiritual climate. Our spiritual level should be. Мы даже не знаем, какая атмосфера духовная у нас, какой уровень нашего духовного возрастания. But Lord, I'll give you all that I have. И я, Господь, дам тебе все, что у меня есть. Which is all my brokenness. Все, что у меня есть, это мое разбитое сердце, мое вот разрушенность. So He took both from them. И Господь взял обе части. And He said, I'll call you back, and we'll see what I will do with it. И Бог говорит, я возьму это. И посмотрю, что я могу с этим so сделать. Time went by, and he called them together again. И Господь говорит, что такое, что я через время он опять призывает этих людей. And he said to the ones who were wealthy, who thought they could do anything. И он говорит тем, кто богаты и могут делать все, что они могут. Here is what you've given me. I give it back to you. Я даю тебе или вам то, что вы дали мне. And to the one who had нothing except brokenness. И для тех, кто не имеет ничего, кроме разбитого, разрушенности и безнадежности, no sense of strength, нету силы. He gave it back to them, и отдал им. But he gave them a cup, но дал им чашу. And he says, look at the dry place. И он говорит, посмотрите на сухое место. Take what I have given you, возьмите то, что я вам даю. And pour it out on the dry place. И возлейте на сухое место. And he looked, not understanding what am I doing. Этот человек возливает и не понимает, что он делает. But he took the cup the Lord gave him. Но он берет эту чашу. The cup of brokenness. Чаша разрушенности. Of humility. Унижения. And he poured it out. Или человечности такой. И начинает возливать. On the dry ground. Сухую землю. And before his eyes. И перед его глазами. A whole field of grain. Начало расти целое поле. A whole harvest of trees. Целое поле деревьев. Everything Все grew up начало расти. And began to bud and produce fruit. Начало цвести и приносить плод. And the Lord said, и Господь говорит, you who think you've done it all, вы, те, кто думает, что вы сделали, пережили все. I will do more through brokenness. И вот хочу обратиться к вам, я могу сделать больше через то, что преломлено. I will do more through a sense of inadequacy. То, кто чувствует себя неудобно и не на своем месте. Because I will be your adequate. Этим людям говорил, что я буду вашим мерилом. Я буду вашим уравнением. And the Lord says to all of you here. Сегодня Господь говорит ко всем вам. Just bring what you have to the Lord. Принесите, что вы имеете перед Господом. You may not feel like you have anything. Может, вы не чувствуете ничего, что вы можете отдать. You may feel like you've just got a broken life. Может, у вас просто разрушенная, разбитая, неудобная жизнь. You may feel like a failure. Может, вы чувствуете себя неудачником. But take it in your hand. Возьмите вашу руку это. And give it to the Lord God. И передайте Богу. And watch what he does with it. И посмотрите, что он будет For делать с этим. For he will be your adequacy. Он будет вашим And мерилом. And he will be your supply. И он обеспечитель. And he will be your conqueror. И он тот, кто победит. And you will see the desire of your heart fulfilled. И вы увидите желание сердца вашего, которое будет исполнено. For the glory of God. Для славы Божьей. Amen. 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 Two other things came to mind.
Еще две вещи, которые пришло мне на разум. И я хочу поделиться от всего сердца. One was when the children of Israel had just come out of Egypt. Когда израильтяне вышли из Египта. And they were in their first battle. И вот было первое сражение у них. And the young people went into the valley to fight. И молодые воины пошли в долину. Aaron and Hur and Moses. Аарон, Ур и Моисей. Was stood up on the mountain. Стояли на горе. And they held the rod of Moses high. И они держали Моисея руки. The scripture uses the word and it touched actually the throne of God. Посох они держали и говорит, что когда они держали, это дотрагивалось до трона Бога. And that they made a connection with heaven. И они сделали соединение с небесами. And the young people were winning. И молодые люди они побеждали. But when his arms began to go down, но когда руки ослабевали, I think not so much because of heavy weight. Я не думаю, потому что было тяжело держать. But the weight of the kabod. Но это было the weight of the glory. Это была тяжесть славы. And Aaron and Hur lifted his arms. И Аарон и Ур они поддержали и держали. And when their arms were down, и когда их плечи уставали, the youth were losing. И тогда молодые люди они теряли сражение. Когда поднимались руки, поддержка была. Молодые побеждали, и они побеждали сражение. И намного больше сражений идет сегодня за души этой нации, за души мира. И есть молодые люди, которые должны быть высвобождены. Они должны быть снаряжены. А им нужна поддержка. И поддержка, которой они нуждаются, это те, которые мы, которые мы способны прикоснуться к небесам за них. Потому что только Его силой и только Его мощью они будут побеждать. Я смотрел сегодня, как молодые люди круги делали. Конечно, были еще чуть-чуть более зрелого возраста, но в основном были молодые, здесь танцевали. И я говорю, Боже, посмотри, какая армия здесь, среди нас. Они же могут взять эту страну. И они могут пройти даже и повести сверх, далеко за пределами этой страны. Но они нуждаются, но мы нуждаемся, нам также нужны те, которые будут прикасаться к твоей славе. Сколько из вас здесь сидящих больше 65 лет? 65 и выше. Hold them high. Может быть, женщины, есть женщины, которые стесняются сказать, что вам 65 и выше. Okay, 65. Everyone 65. Over 65. 65. 1, 2, 3. Over here. 4, 5. 6, 7, 8, 8, 9, 9. Hey, let's say there's 10. Well, предположим, 10 counting человек, counting me, включая меня, 10. You're not over 65. You're not over 65. Я показываю, тебе не 65. Предположим, что здесь нас 10 человек. Can you believe that 10 people? Можете представить себе? Could make a difference in the future of these young people. 10 человек могут сделать разницу в жизни молодых людей. Для тех, кто 65 и моложе. Absolutely. Конечно. Absolutely. Конечно. Абсолютно. The third thing, и третье, прежде чем я буду говорить. The third thing, it was in Acts chapter 19. Деяния апостола, 19 глава. That Paul ended up in Ephesus. Павел находится в Эфесе. And he found 12 men. И он нашел 12 человек. It said about 12 men. И там написано где-то около 12 человек. He shared the gospel. И вот он делится Евангелием. Then he began to preach in the synagogue. И вот он начинает проповедовать в синагоге. And would you believe the end of Ephesus? Можете себе поверить, в Эфесе was one of the largest churches. Была самая большая церковь. In our old history. В истории. One of the largest churches. Одна из самых больших церквей в истории. Coming from 12 men. Которая началась из 12 человек. Obviously Jewish.
Конечно же, они были евреи. And from the preaching in the synagogue. И проповедь проходила в синагогах. If those 12 men. И если эти 12 человек. Could be the heart of what happened in Ephesus. Могли бы осознать, что если они могли быть сердцем того, что происходило в Эфесе, сколько намного больше вы можете быть сердцем пробуждения для Украины. Я верю, что Он будет делать, будет использовать вас. Аминь. You take that. You receive that. Вы принимаете это, да? No, you don't have to make it happen. Вам не нужно это делать. You just have to be available. Вы просто должны быть открытыми, чтобы Господь использовал вас. Бог будет делать это через вас. I want to share on healthy church government. Я хочу поделиться о управлении здравое управление церкви. Somehow I got off of what I wanted. So if y'all will sing a song while I'm joking. If you really, it was here. Can you believe that? This is the first time I've ever tried this. And if y'all что произошло, говорит, пока я разговаривал, что-то случилось с моими записями, они куда-то ушли, говорит, может, вы споете одну песню, и я найду, они куда-то исчезли, мои записи. Can you believe that? Говорит, можете себе поверить, никогда такого со мной не бывало еще. How does this happen? Как это происходит? I was telling someone. I was telling someone today, I just don't want this. It's gone. Говорит, ушло. Okay. Should we sing a song? Huh? No. Oh. Well, yeah, you can sing a song. Give me a minute. I'll find it. Говорит, кто сможет спеть песенку, ну песню? I think I will. Can you sing a song? Кто сможет сыграть? Вот, давайте песенку. Давай, выйдите, кто там, быстренько. He's gonna sing a song. Mm-hmm. I thank you for letting me do that. Да, заходите, играйте. Спасибо, что вы дайте мне время. Я сейчас найду. Займет пару минут. Что, давайте все встанем сейчас, быстренькую песенку. Прославим Господа. I've got it. Okay. I got it. Он нашел. Okay. You can still sing one if you want to. Ну, давай. I'm ready to go whenever y'all are. Okay, он готов. Он готов. Все, спасибо большое. Ну давай. Yeah, sing song. Куплет один, да? Господи моем, жизнь и благодать. Господи моем, а сейчас надо гитару включить. О, ничего. So we have to turn on the guitar. Максим, надо тут включить. Ничего, просто пой. Господи моем, жизнь и благодать. Господи моем, праведность и мир. Пусть хвала моя, как птица Господу летит. Буду петь и танцевать, и я, как царь Давид. В Господе моем жизнь и благодать. В Господе моем праведность и мир. Пусть хвала моя, как птица, Господу летит. Буду петь и танцевать, и я, как царь Давид. Слав, душа моя, всегда Господа. Прославляй, душа моя, Господа. Только Ты один достоин славу всю принять. Я перед Тобой буду петь и танцевать. Слав, душа моя, всегда Господа. Прославляй, душа моя, Господа. Только Ты один достоин славу все принять. Я перед Тобой буду петь и танцевать. Hey! All right. Thank you much. Спасибо. Now in the area of church government, this is what I feel God has laid on my heart. Вот что я верю, что Господь положил мне на сердце относительно управления, церковного управления. The title of the message is Leading from the Heart. Называется моя тема, это вести от сердца. Leading from the inside out. Вести из сердца вне. Because it is the hope of the health of the body of Christ. Потому что это надежда здорового тела Мессии. Any other kind of leadership is not healthy. Любое другое лидерство, оно нездоровое лидерство. It's got to come from our heart. Если оно не выходит из сердца. You know, I started off
in the ministry when I was 32-33 years old. Я начал служение, когда мне было 32 года. I got saved when I was 30. Born again. Я был возрожден свыше, когда мне было 30 лет. I'd been a state policeman for 10 years. Я был полицейским 10 лет. Был полицейским. And I was a pretty wild guy. И я был такой серьезный полицейский. But the Lord roped me in. Но Господь меня просто схватил. With my wife's help. Преломил с помощью моей жены. And she beat me every day. Она меня била каждый день. To make sure that I'd line up. Так что я выровнялся потом. But I didn't. 4 months after I got saved, I was called to the ministry. 4 месяца после того, как я покаялся, Бог призвал меня в служение. I knew I was called. Я знал, что я был призван. And there wasn't anything I could do about it except run from God. И все, что я мог сделать, то я делал, и это хорошо убегал от Бога. So about 4 years after that. И 4 года спустя. I went to Shady Grove Baptist Church. Я пошел в церковь Shady Grove, баптистская церковь. And Shady Grove Baptist Church, it was, I think, March the 10th, 1974, is when we arrived there. March 10th, 1974. 10 марта 1974 года, это впервые мы пришли в эту церковь. And so I shared with you a little bit about the building burning down last night. Я вчера поделился с вами немножко, как здание сгорело. And we got down to, I just want to write this up here to help. И я хочу написать вам, чтобы вы понимали немного. We got down to about 35 people. И вот нам было 35. Нас было 35 человек после 180. Uh-huh. So a few years after that, like 20 years after that. 20 лет спустя. Let's go to 25 years, to 2000. В 2000 году. So in the year 2000, we had 3,000. У нас было 3,000 человек. 500. People. Mm-hmm. Okay. This is 1974. Это 74-й. 2000. Это 2000-й год. Now then, in 2018. А теперь 2018 год. Или 17-й год. In 2017, we have. Huh. Now, this didn't come because of me. Но это не пришло, потому что я был причиной. It came because of a team of men. Это случилось, потому что была команда людей, мужчин. And a team of women. И была команда женщин. Who were released to do their calling. Которые были высвобождены в своем призвании. Within the context of a local vision. И в контексте местного видения. And what was shared earlier. И о чем делилось и раньше. We can't do it alone. Мы не можем это все сделать вместе, сами. It takes a team of people. Необходима команда людей. And Jesus was the example of that. И Иешуа был примером этого. Then we find something in Hebrews 11, verse 1. И мы находим нечто в книге Евреям 11 глава. Faith is the substance of things hoped for. Что вера есть, вера же есть осуществление ожидаемого. And it's the evidence of things not seen. И уверенность в невидимом. And we know in Romans it says that Abraham hoped against hope. Мы знаем, что в Римлянам написано, что Авраам верил, имел большую веру. See, hope is necessary. Вы знаете, что надежда, она необходима. If there is no hope, потому что если нету надежды, there is no faith. Нету веры. Because hope is the substance. Потому что вера есть осуществление ожидаемого. Да. The substance is the word. И the word of God. Субстанция — это и есть Слово Божье. And it's not only the word of God, but it's the word that God speaks to our heart. Это не просто Слово Божье, но это то Слово, которое Бог говорит нам в сердце. Substance is like a promise. Субстанция — это Слово. Это как обещание. This is what we're believing God for. Это во что мы верим Бога. This is what God has spoken. Вот что Бог сказал. God spoke a child to Abraham and Sarah. Бог сказал о ребенке Аврааму и Саре. And Abraham believed it. И Авраам поверил. Until
it came to pass. И поверил, и это случилось, and God совершилось. Made that thing happen. И Бог это сделал. Because he promised it to потому him. Что он пообещал это ему. And he wavered some. И он ждал. But he came around and God brought the promise through. Он ждал, но Бог все равно исполнил свое обещание, и это случилось. It takes a vision. Необходимо видение. It takes a promise from God. Необходимо обещание от Бога. In my situation, в моей ситуации, God spoke to my heart. Бог проговорил моему сердцу. When I went to Shady Grove Baptist Church, когда я пошел в церковь Shady Grove, and he spoke to me to Psalms 2, verse 8. И он мне сказал, второй псалом 2:8. And he said, ask of me. И он сказал, проси у меня. And I will give you the nations. И я дам тебе народы. For your inheritance. В наследие тебе. And I will never get over that. И я никогда не забуду это. I heard it in prayer. Я слышал это, когда молился. And who would believe? И кто бы поверил? That a church of 35. Что церковь, которая когда-то была 35 человек. When I preached the first Sunday there. Когда я проповедовал первое воскресенье там. I preached Psalms 2:8. Я проповедовал Псалом 2:8. We would go to the nations of the world. Okay. Is everything okay? Psalm 2:8, it's a different psalm in our Bible, it's so I will give you all the nations. Oh, I didn't quote it. No, you can read it in Psalms 2, verse 8. It may not be. It may be different for Russian. Is that what it is? Right. Yes. Ask of me and I will give you the heathen for thine inheritance and the uttermost parts of the earth for your possession. That's what God spoke to my heart. Пожалуйста. Now, it's in the New King James. It's a little different from that. But that's the heart of it. Проси у меня и дам тебе народ и в наследие тебе, пределы земли во владение тебе. Yeah, that's what God spoke to me. Это то, что Бог проговорил ко мне. And this was my promise. И вот это было обещание, которое было дано мне. И не имело значения, что бы ни происходило. Я верил. Я верил, что Бог это совершит и сделает это. I believe that a vision in your heart. Я верю, что видение, которое у тебя в сердце, оно необходимо. Может быть, ты имеешь, но ты не знаешь об этом. Но это то, что будет побуждать тебя просыпаться каждое утро и вставать с постели. Это то, что будет двигать тобой. Это потому, что ты знаешь, что Бог имеет план в твоей жизни. И в конечном итоге это Он сделает это и совершит. It was 1974. И вот посмотрите, в 74 году. To 2017. И теперь в 2017 году. That's a good number of years. Это неплохой, немало лет прошло. And it's still happening. Но все-таки что-то происходит. We're just starting. И мы только начинаем. We're working with and ministering and serving with people all over the world. Мы служим и работаем с людьми по всему миру. I can hardly believe it. Мне даже трудно представить, что происходит. What you need to do is pray for a vision. Но все, что вам нужно сделать, молиться о видении. If you don't have something that moves you forward. Если вы не имеете ничего, не находится внутри, что двигает вас идти вперед, тогда просите у Бога, чтобы Он Бог дал вам. Ищите Его, чтобы Он дал вам. So this is what hope is. Вот в чем заключается надежда. 1 Corinthians chapter 9. 1 Коринфянам 9 глава. And verse 10. 10 стих. It says this. Говорится так. That a farmer sows in hope. Написано, что кто пашет, должен пахать с надеждой. In verse 10 it says, or does he say altogether for our sake, or for our sake, no doubt, this is written, that he who plows should plow in hope, and he who threshes in hope should be partaker of his hope. Или, конечно, для нас говорится так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, а кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. In other words, when he put the seed in the ground, другими словами, когда он поместил семя в землю, it began to shape his life. Оно начало формировать жизнь. Because he had to water it. Потому что ему приходилось поливать. He had to pull weeds from around it. Приходилось убирать
сорняк. He had to protect it. Ему приходилось защищать. That it would grow up to produce the fruit that he believed in. Чтобы так вырос и чтобы принес плод, тот плод, который ожидал. In the same way. Так же самое. Hope will shape our lives. Надежда будет формировать нашу жизнь. We will structure our life according to what we believe. И у нас будет структура жизни такая, во что мы верим. And this is a quote that I want to give to you. И вот я хочу процитировать. Это я написал и хочу процитировать то, что я написал. Надежда. Hope structures your life. Надежда структуризирует твою жизнь. In anticipation of the future. В ожидании будущего. And let me find it again. In expectation of the future. В ожидании будущего. Wow. Oh, there. And influences how you feel in the present. И будет влиять на то, как ты ведешь себя в настоящем. Hope creates a positive mood about an expectation. Надежда, она создает позитивное действие. Yeah, it gives you excitement concerning the future. Это побуждает тебя восхищаться и радоваться о том, что произойдет в будущем. So you see, leadership has to come from this expectation, from this heart, from this word. И лидерство, оно должно выходить от ожидания и то, что живет в сердце. Because in the Baptist life, where I was from, в баптистской жизни, откуда я вышел, you just went to pastor a church. Вы только ходили к пастору церкви. The vision was already set for it. Видение уже было установлено. It was all of the Southern Baptist churches. И все баптисты южного региона and all of the deacons and all of the people. Одно и то же видение, диаконы и люди. They had a Southern Baptist vision. У них у всех было видение южного Baptist. I didn't believe the scripture any differently than they did. I didn't believe the scripture differently. Я верил так же самое, как и они верили. They had pretty good doctrine. У них хорошая была доктрина. But they didn't have my vision. Но когда у меня было вот это понимание, у них не было такого понимания. Someone 150 years ago set their vision. Кто-то 150 лет назад установил это видение для and них. It wasn't mine. Но это не было мое видение. And that's one of the reasons why I'm no longer Baptist. И вот это одна из причин, почему я больше не баптист. Because the way I wanted to see the vision fulfilled and the way their vision was fulfilled were two different things. Потому что каким образом я хотел видеть, как это видение будет исполняться, отличалось от того, как они хотели видеть, чтобы их видение исполнялось. So I had to start up here at the beginning. И поэтому мне пришлось начать все с самого начала. What do you do to get from 35 people to 35,000 Что необходимо для того, чтобы от 35 превратилось в 35 тысяч? Как Бог это делает? I don't pastor this church. Я не пастор этой церкви 35 тысяч. A spiritual son of mine does. Но духовный сын мой делает. Он пастор. In fact, two or three spiritual sons have pastored through the years. Два или три духовных сына мои, которые And Robert, за эти года пастырствовали этих людей. And Robert Morris, who's now the pastor of Gateway Church. И Роберт Моррис, который является сейчас старшим пастором Gateway Церкви. Is now my pastor. Он сейчас мой пастор. And he was an elder with me for 18 years. И он был один из старейшин 8 лет в моей команде. 18 лет в моей команде. And then he set out to start another congregation. И вот он был послан, чтобы начать новую церковь. They did so well. И они настолько успешно стали. That we took Shady Grove Church. Что мы взяли нашу церковь Shady Grove старую. And made part of Gateway Church. И мы сделали частью Gateway Церкви. And he's my pastor. И теперь он наш пастор. I'm an apostolic elder. Я сегодня апостольский старейшин над ним. But that means that I get to come here and be with you sometimes. Что это значит? Это значит, что я могу приезжать к вам и быть с вами иногда. And I really do love that. И мне это нравится. I appreciate that. И я благодарен за это. So, I was there in the beginning. Я был там в начале. And so that's what I want to talk about. И вот об этом я хочу говорить. Here's one of the first things that I began to see. Вот это первое, что я увидел. That I wanted to see in a person who would be a leader. Вот что я искал в человеке, когда я выбирал его быть лидером. In Mark chapter 3 and verses 14 to 15. Марк 3 глава, 13-14 стих. Mark 3, 14 to 15. Марк 3 глава,
It says that Yeshua appointed 12. Написано, что Иисус выбрал 12 человек. That they might be with him. Чтобы они были с ним. And that he might send them out to preach. И чтобы послать их проповедовать. And to have power to heal sickness and to cast out demons. И чтобы у них была сила изгонять бесов и исцелять. I tried for the first several months of training young training men. Я несколько месяцев обучал молодых людей. I didn't know how to find an elder. Я не знал, как найти старейшин. But I said, we'll just have breakfast together every Saturday morning. Но я сказал одно, что мы будем завтракать каждую субботу вместе. And I'll teach the word. И я буду учить слово. So we'd have fun eating breakfast. И вот мы прекрасно кушали завтрак. Talking about ball games and говорили things like о разных играх, о спорте. And I would begin to teach, and they would go to sleep. И когда я начал учить слово, они засыпали. Saturday after Saturday, that's the way it was. Одна суббота за другим следовала. And I said, "What is going on?" И я подумал, что происходит. Something. I know it could be. It should be different. И я думал, нет, это не то. Надо что-то должно быть другое. So I said, "Okay, then." И я сказал, хорошо. Then I need to know what to do. Мне нужно знать, что мне нужно делать. And God took me to this verse. И Бог повел меня в это место Писания. И Он говорит. And He called them to be with Him. Он призвал их быть с ним. So my wife and I began to plan our Saturdays around being with these men and their wives. И моя жена и я мы планировали все субботы вокруг в жизни этих людей. And we would go on picnics. И вот мы пикники устраивали. We would go to the zoo. Мы ходили в зоопарк вместе. We would go to different events together. И разные события выбирали, и мы ходили вместе. Every Saturday. Каждую субботу. And guess what? И представьте, что произошло. Our group got smaller. Наша группа стала меньше. Я сказал, Бог, что-то ты интересное делаешь здесь. Но в то время, когда стало меньше нас, the men began to ask questions, and the women began to ask женщины questions. Начали задавать вопросы мне. And then I could answer the questions. И потом я начинал отвечать на эти вопросы. Listen. И когда я отвечал, они слушали меня. Because they asked the questions. Потому что они задавали вопросы. And so we did that for a number of years. И вот несколько лет так мы делали. Until this group of men formed. Пока эта группа образовалась. I was using them as advisors. И я использовал их как советников. Yes, and then later they became elders. А потом сначала они были моими советниками, а потом они стали старейшинами. Because during this time we were together. Потому что все это время мы были вместе. We switched it then to Tuesday morning. И тогда мы перевели это время на во вторник утром. We would play. We'd get up at 7 o'clock. We'd be at the building at 7 o'clock. Мы встречались в 7 часов утра в здании. And we'd play volleyball. И мы играли в волейбол вместе. And we'd play baseball. Мы играли в бейсбол вместе. And we'd do all of these kinds of things together. Разные интересные такие вещи делали вместе. If you don't think you won't learn each other like that, если вы думаете, что вы не узнаете друг друга в играх, you go up for the ball, boom, like that. Вы идете и ударяете мячом. You hit the net. Ты держи эту сетку. I didn't hit the net either. Я не цеплял yes, сеть. You did hit the net. Да, ты зацепил, я видел, ты зацепил. Но я же не цеплял. Я же тебе подачу дал хорошую. Okay, guys, okay. Ну давай, давай. Right, ну да ладно уже. Let's just do it over again. Давайте еще раз попробуем. And all of these kinds of things happened. Вот такие вещи происходили so в процессе. Not only that, we were together, but then we added to send them out to preach. И не только мы были вместе, делали такие вот, веселые штучки. Мы посылали друг друга проповедовать. And begin to teach one another how to preach the word. И учить друг друга, как проповедовать Слово Божие. Чтобы люди могли слушать. God had spoken to their hearts. Слушать то, что Бог говорит их сердцу. And then we moved on into the supernatural. А потом мы перешли в область сверхъестественного, исцеляя больных и изгоняя бесов. But this was our first scripture that we really moved on, that we really used. Это было первое место Писания, которое мы использовали, чтобы образовывать лидеров, которые будут
вести от сердца. Then we looked at what Jesus did when it comes to authority. Потом мы увидели, что Иешуа делал, когда касалось власти. We wanted to know about authority. Мы хотели знать все о власти. Who else could tell us about authority except Yeshua? Кто может говорить о власти, как Иешуа? So I took to the book of Matthew, chapter 7. И вот книга Матфея, 8 глава. Verses 28 and 29. 28 and 29. And so it was that when Jesus had ended these sayings, that the people were astonished at his teaching. Matthew 7, 28 and 29. Yeah. And so it was that when Jesus had ended these sayings, that the people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. Is that right? И когда Иисус окончил слова сии, 28-29, народ дивился учению его, ибо он учил их так, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. The key here is that he didn't teach them as the scribes. Ключи здесь заключаются в том, что он не учил их как книжники и фарисеи. The scribes just copied things. Они просто копировали. Они просто читали. Они просто использовали свой разум. Но Иешуа пошел глубже. Иешуа делился то, что он слышал, Отец говорил. И когда он говорил Слово Бога, в Слове была жизнь. И мы начинали искать этого. Вот этой группой старейшин. И когда мы учили Слово, чтобы люди хотели слышать Слово, чтобы была власть, которая она передавалась им, и чтобы они могли видеть другими глазами. И вам не нужно приказывать им, чтобы они вас послушны были, чтобы они могли видеть от того, как вы передаете Слово, что вы слышите от Бога, и что они знали, что вы любите их, и что вы любите всем сердцем. И вот они начали видеть, что что-то происходит. Второе. Матфея 8, 5, с 5 по 10 стих. Now when Jesus had entered Capernaum, когда же вошел Иешуа в Капернаум, к нему подошел сотник. He was pleading, pleading with him, saying, "The Lord, my servant, is lying at home. My servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented." И просил его: "Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает." And Jesus said to him, "I will come and heal him." Иешуа говорит ему: "Я приду и исцелю его." The centurion answered, said, "Lord, I'm not worthy that you should come under my roof, but only speak the word, and my servant will be healed." Сотник же отвечал, сказал: "Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой." For I also am a man under authority. Ибо я и подвластный человек. Having soldiers under me. Но имею у себя подчинение воинов. And I say to this one, "Go." Говорю одному: "Иди." And he goes. И он идет. And to another, "Come," and he comes. И другому: "Приди," и приходит. And to my servant, "Do this," and he does. И слуге моему: "Сделай то," и делает. And when Jesus heard it, he marveled. И услышав это, Иешуа удивился. And he said to those who followed, и сказал идущим за ними: "Surely I say to you, истинно говорю вам, I have not found such great faith, и в Израиле не нашел Israel. Я такой веры." What was this great faith? Какая вера, великая the вера. The centurion understood a principle. Этот сотник, он понимал этот принцип. This man knew that when he was under authority, he had authority. Этот сотник знал, что когда он имел власть, значит, он был под властью. His authority came from the general. Его власть заключалась, потому что генерал передал ему власть. Through the colonel. Через, to the major. Через майоров, через ранги. Captain. Через капитана. And to him. И ему. And it came down the line of authority. По этой линии рангов оно передалось, эта власть. I can tell anyone to do anything and they do it. И он говорит: "Я могу сказать любому сделать, и он будет делать." Because I speak the same word that the captain, that the major spoke. Потому что я говорю то же самое слово, что и генерал говорит. In the same way when I was a state trooper. И так же самое, когда я был полицейским. I would turn on the red light on my car.
когда красный свет включался, я включал свой сигнал. The car would pull over. И если кто-то нарушал красный сигнал, я их останавливал, подходил к ним. I would tell them why I stopped them. Я им говорил, почему я их остановил. Because I stopped them not in my name. Я их останавливал не потому, что я так захотел. But I stopped them in the name of the state of Texas. Я их останавливал от имени штата Техас. So it wasn't my authority. Это была не моя власть. I wrote a ticket. Я выписывал билет. They paid $200 to the judge. Они заплатили $200 судье. I didn't make him do that. Не я это делал. They were speeding. Они нарушали правила. И вот они шли и платили штраф. But I was a representative. Но я был представителем власти. This is what this man was getting across. Вот что этот человек понимал. And he said, I've never seen such great faith. И он говорит, я не видел больше веры в Израиле. Jesus, I recognize you for being under the authority of the Father. Я признаю тебя, что ты под властью Отца. And that you'll do what the Father says. И ты будешь делать то, что Отец говорит делать. And Jesus said, my, I've never seen such faith. Вау, я не видел такой великой веры. So then we begin to try to understand how do we come under authority. И вот потом мы начали понимать, что значит ходить под властью. Пастор Рон Кентер сегодня делился очень хорошим словом. Имея власть, высвобождая власть. Но нам необходимо научиться ходить с властью и также хотеть жить под властью. Я безопасен, когда я под властью. Я защищен, когда я хожу под властью. There is power when I'm under authority. Потому что есть сила, когда я хожу под властью. Because I don't have to speak in my name. Потому что мне не нужно говорить от своего имени. I can speak in the name of my pastor. Я могу говорить от имени моего пастыря. Or I can speak in the name of Jesus. Или я могу говорить от имени Иешуа. And it feels so good to be under authority. Чувствуется так хорошо, когда ты под властью. I don't have to be a lone ranger. Мне не нужно быть одиноким рейнджером таким. I don't have to run it by myself. Мне не нужно бежать эту дистанцию сам по себе. I got a vision with a team. У меня есть видение, у меня есть команда, и мы идем куда-то. Number three. Третье. Matthew 20. Матфея 20 глава. Verses 24 to 28. 24-28 стих. Again, Yeshua uses the word authority. Еще раз Иешуа использует слово власть. And when the ten heard it, that's in verse 24. They were greatly displeased with the two brothers. What had happened was that the mother of Zebedee had requested that her two sons, и она сделала запрос, would one sit on one чтобы side один сын сидел по одну сторону, а другой side, сын сидел по другую Jesus сторону. Came into his glory. И когда Иешуа будет в своей славе сидеть. А другие 10 услышали, и им это очень не понравилось. И вот они начали спорить. И Иешуа услышал это и позвал их к себе. You know that the rulers of the Gentiles lord it over them. И он говорит, вы же знаете, что князья народов господствуют над ними. And those who are great exercise authority over them. И вельможи властвуют ими. Yet it shall not be so among you. Но между вами да не будет так. But whoever desires to become great among you, а кто хочет между вами быть большим, let him be your servant. Да будет вам слугою. And whoever desires to be first among you, а кто хочет между вами быть первым, let him be your slave. Да будет вам рабом. Just as the Son of God did not come to be served, так как Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить. And to give his life a ransom for many. И отдать душу свою для искупления многих. And the third thing that we had to learn. Третье, что нам необходимо научиться, что Бог хочет, чтобы мы были слугами, чтобы мы не господствовали над людьми. He was saying that the Gentiles, they think it's great when you have hundreds of people under you. Он говорит, что язычники, они всегда считали, что это вообще великое дело, когда сотни людей под тобой. Jesus, Yeshua said it was great when you have 100 people more over you.
А Иешуа говорит, это замечательно, когда ты имеешь 100 человек и больше над тобой. И ты можешь пойти и служить, и ты можешь их поднимать, ты можешь их ободрять, чтобы ты мог говорить слова ободрения им, и дать им знать, что все будет хорошо. И учить Слово Божие, молиться за них, когда они больны, чтобы мы делали все необходимое служить людям, потому что это и есть настоящая причина, почему Иешуа пришел, чтобы служить. И вот эти три вещи мы взяли для себя в сердце, и мы начали работать над том, чтобы они раскрывались в нашей жизни. И что случилось? Чтобы эта надежда, которую мы имели для будущего, чтобы это начинало происходить. И чтобы это начинало расти. Вещи будут меняться. Придется, чтобы какая-то организация была. Структура должна занять место. Потому что это не то же самое, когда ты ведешь 35 человек. Или когда ты ведешь 35 тысяч людей. So there's got to be structure. Должна быть структура. And we can talk about that kind of structure in the days to come. И мы можем потом попозже поговорить о что за структура, когда наступит время, будем говорить о том. Но мы должны понимать, что Бог призывает нас, чтобы мы вели изнутри, и чтобы оно вытекало изнутри. И вот последнее, что я хотел поделиться. Я не буду это зачитывать. But it's from Matthew chapter 25, verses 14 to 29. And if I had с 14 стиха по 29. What? I'll show you. Out of that passage of scripture, he gave talents. Это место Писания, где описывается, когда получили таланты. He gave five talents to one person. Человек дал пять талантов одному человеку. According to this, he gave two talents to another person. Два таланта. And he gave one talent to the third person. И один талант третьему человеку. And he left. And said, "Here, use these talents. И он сказал, используйте таланты. This money or whatever. Эти деньги или что бы там ни значило. And I will come back and check out and see how you did. Я приду и я проверю. So this fellow here made. И вот этот человек здесь. Five more, which was ten. Сделал еще десять. Right. Еще пять получилось десять. And Jesus said, "Oh, you did well. You good and faithful servant. О, ты хорошо сделал, верный раб. Молодец. You've been a faithful with little. Ты был верен малым. So I'm going to let you rule over much. И я дам тебе управлять над многим. Read this when you get home. Почитайте, пожалуйста, это Писание. Это очень сильное место. So the person he had given two talents to. И человек, которому дали два таланта. Master, I've worked hard. О, господин, я так много работал. I've given you two talents back. Вот я тебе возвращаю два обратно. So I'm giving you four. Вот четыре я умножил. He said, "Well done, good and faithful servant. Замечательный раб, You've been faithful over little. Ты был верен над малым. I'm going to let you rule over a lot. И я тебе позволю, чтобы ты влиял и властвовал там над многим. И вот над последним. And he said, "Oh, master, I know how hard you are. О, господин, я знаю, насколько ты жестокий. You require a lot. И ты требуешь так много. And I was afraid that I would lose the one talent you gave me. И я боялся, что я потеряю тот талант, который ты мне дал. So I buried it. И я хранил, я закопал его. And here is your talent back. Вот тебе вот этот талант. Huh? Oh. One. Смотрите. One plus one is zero. Один плюс один ноль. Because he said. Потому что он сказал. You're unfaithful. Ты неверный. Take the one that he has. Возьми тот, который
последними, give it to this one. Дай тому, that's кого what the много. Scripture says. Вот Писание это то, all что right. говорит. Хорошо. Now, this guy here, и этот парень первый, he gave five back, он вернул пять. Five plus five, пять плюс пять. Equals 11. Равно 11. You know why? Знаете почему? Because one plus one equals zero. Потому что один плюс один ноль. Because he took this one and gave to him. Он взял оттуда и передал этому. This is Jesus's math. Это математика Иешуа. So here we are. И вот мы здесь. And he's saying. И он говорит. I'm wanting you to do something with your talents. Я хочу, чтобы ты что-то сделал со своими талантами. And he gave this responsibility to his servant. И он дал эту ответственность своим слугам. And his servants were the closest person to him. И также слуги это были самые ближайшие окружения. Oftentimes in the New Testament era, the servants would rear the children. Очень часто эти слуги они занимали позицию детей. So here's what we decided from that. И вот что мы решили. We're going to take the very first thing in leadership. Первое, что мы применили в лидерстве. As Pastor Ketter said. We're going to build relationships. Мы будем строить отношения. Relationship. First thing is relationship. Первое, на что мы будем уделять внимание, это взаимоотношения. We're going to have relationship until we trust each other. Мы будем иметь отношения до тех пор, пока мы будем доверять друг другу. When we trust each other, и когда мы будем доверять друг we другу, will give them like an assignment or a responsibility, мы будем давать им задание или ответственность to serve. Служить. So now they Now then we build a relationship, we мы trust строим one отношения, another because мы trust доверяем each other's друг heart. Другу, потому что мы знаем сердце друг друга. Now we give them responsibility to serve. А теперь мы даем им ответственность служить. And guess what comes with service? И что угадайте, что происходит, когда приходит служение? Со служением приходит власть. It comes with authority. Это приходит с властью. Because people will give you authority. Потому что люди будут давать тебе власть. If you serve them. Если ты служишь им. If you love them. Если ты любишь их. If you pour out your life for them. Если ты изливаешь свою жизнь перед ними. They will give you authority. Они дадут тебе власть. And we try to get authority some other way. Если пытаться другим образом получать эту власть. Really, real authority не получится, потому что настоящая власть, она истекает из сердца. Вот что мы делаем. Вот что мы делаем в Баптистской церкви. Мы кому-то даем власть. Мы даем им офис с ответственностью. So the first thing we do is we give them authority. Первое, что мы делаем, власть даем. Then we give them a job. Потом даем работу. And then we hope we can trust them. Надеемся, что мы сможем доверять им. And maybe one of these days build a relationship. И может быть, в один из этих дней, если получится, то мы построим отношения. You understand? С ним. Понимаете, да? This is right. We're trying to do right the opposite of what Jesus said to do. Мы пытаемся по жизни делать все то, что противоположно тому, что Иешуа делал. Build relationship first. Стройте отношения в первую очередь. Until we trust one another in the ministry. И когда мы начнем доверять друг другу в служении, когда мы изливаем сердце друг перед другом, наши жизни перед другом, когда мы в завете друг с другом, мы умрем друг за друга, мы доверяем друг другу. И тогда мы даем им ответственность, и потом власть начинает истекать. И мне это очень нравится. Way, если бы это было другим образом, тогда у нас будет кораблекрушение. So, и с этим я оставлю вас. I've got some more to share with you у меня tomorrow. Есть еще завтра поделюсь And с вами. Tomorrow I want to get into to some structure. Завтра я буду говорить о структуре. I want to talk about governance. Я хочу говорить об управлении. Bring some of this in that's happened over the period of time at Gateway. Хочу говорить о том, что происходило и как это произошло с Shady Grove до Gateway. Maybe some of it will help you. Может быть, эта информация поможет вам. And what we want to see more than anything else, we want to see health. Мы хотим видеть больше, чем что-либо. Мы хотим видеть здоровое
здоровый рост. Мы хотим, чтобы тело Мессии было здоровое. We want every one of you to be healthy. Мы хотим, чтобы все вы были здоровыми. Spirit, soul, and body. Дух, душа и тело. And we're going to work toward that. И мы будем работать в этом направлении. So tomorrow I'll share some of this with you. Я поделюсь этим. As well as some things on forgiveness. И также я буду говорить о прощении и буду молиться. Let me pray over you. Разрешите, я сейчас за вас помолюсь. Father, I thank you in the name of Yeshua. Отец, я благодарю тебя во имя Иешуа. За открытые сердца. That we've heard your word. Спасибо, что мы слышали твое слово. And that Holy Spirit, you will speak to each person. И Господь Дух Святой, ты проговори каждому сердцу. Just exactly what each person needs to hear. Каждому человеку, который нуждается. And Father, I do ask that if I've spoken anything of the flesh, что если я что-то сказал по плоти, that you would blow it away like chaff. Чтобы ты убрал это все. But whatever has been spoken, но все, что сказано, and by your spirit, твоим духом, that you would let it sink into their soil, чтобы of their ты heart, мог, чтобы это семя могло пройти fruit, прямо в сердце и принесло правильные плоды для and твоей your славы, glory alone, для только для твоей in the славы, name of your son, Yeshua. Во имя твоего сына Иешуа. Amen. Аминь. God bless you. Thank да благословит вас Господь.